Засыпаем в мельницу сахарной пудры 5 мешков сахара по 10 килограмм. Итак, запускаем оборудование. Мельница для сахарной пудры ПД-02. В бункере у нас 50 килограммов сахара. Перед запуском немножко приоткрываем шибер, чтобы у нас сахар подсыпался. Фиксируем его. Отключаем кнопку аварийный стоп, нажимаем кнопку старт. При необходимости немножко приоткрываем шибер, чтобы сахар посыпался. Так, продробили, промололи весь сахар. Нажимаем кнопочку стоп. Вскрывая, покажем. Вот такая мелкая фракция у нас. Шестьдесят микрон.